Певица Зара недавно испытала на себе все прелести и ужасы пребывания в пустыне. Звезда привезла из Арабских Эмиратов новое видео под названием «Миллиметры». Что происходило за кадром, на первый взгляд, трогательной любовной истории, смотрите в нашем следующем сюжете. Съемки клипа «Миллиметры» проходили в пустыне Аль-Куда в Дубае. Помимо самих по себе экстремальных эпизодов, природа тоже оказалась беспощадна. Зара и вся съемочная группа успели попасть как под дождь, так и под песчаную бурю. А после захода солнца приходилось спасать замерзшую артистку от леденящего ветра. Так что невысыпание на этом фоне казалось лишь цветочками. Мы проснулись в 2 часа утра, чтобы начать съемки в 6 утра. Вопреки природным катаклизмам, играть пришлось любовную историю. Вот первый гениальный кадр. Я осознал, что я катастрофически смертельно устала только в конце съемочного дня. Браво! Мы закончили съемку! Мучений от погоды в новом клипе мы не увидим, зато без любовных переживаний, причем крайне красивых, точно не обойдется. Так ты скажи хотя бы слово.